Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Оптимизация для эффективности. Павел Малков на правительстве распорядился сократить в муниципалитетах лишние подведы. Новые ориентиры. Отечественный легпром через 10 лет должен забрать половину рынка. 3/9 царство. Новый детский сад в Семчино погружает в сказку. Все дорожные работы по укладке асфальта в регионе завершат в октябре. Об этом сегодня заявили на правительство региона, но прежде губернатор Павел Малков дал неделю на переформатирование органов исполнительной власти на местах для большей эффективности. Административно муниципалитеты работают неэффективно. Нет единой структуры подведов, где-то раздут штат, где-то его даже не хватает. Отсюда лишние траты бюджета. С этого начал анонсированное еще на Гордуме изменения в госаппарате исполнительной власти Павел Малков. Областное правительство, конечно, продолжит поддерживать все проекты развития в регионе, но нужно срочно найти и внутренние резервы. В первую очередь властям на местах. Срок – неделя. У каждого района должен быть четкий план по повышению эффективности подведов. Только конкурсные закупки, никаких прямых, если есть возможность проведения конкурса. Внешний контроль смет, проверки. Единые подходы по штатной численности, по оплате труда. Без явных перекосов, по крайней мере. А то у нас в одинаковых подведах где-то один зам, где-то пять. Зарплата в 5 раз отличается и так далее. Ликвидация ненужных подведов. Где-то объединение, где-то, наоборот, развитие тех, которые могли бы намного больше делать. В Спасске по программе «Комфортная городская среда» уже завершают первый этап реконструкции набережной, где установят в том числе и камеры видеонаблюдения. Такую систему «Безопасный город» пока развивают в основном в Рязани, но уже в следующем году к ней подключат и районы. В самой Рязани вопрос уличного освещения по-прежнему актуален. Улица Энгельса по вечерам погружается в темноту, но, по словам руководителя городской администрации Виталия Артемова, ждать местным жителям осталось недолго. Подрядная организация Россети, окончание работ на ноябрь месяц. За это время будут установлены, заменены 3810 светильников, установлены 100 новых светильников, заменен силовой кабель. На данном участке по графику, про который говорит Анна, окончание работ – это в следующей неделе. В регионе продолжают внедрять единый стандарт поддержки участников СВО и их семей. Новым законопроектом предполагается оставлять статус многодетных семьям, чьи дети проходят службу в вооруженных силах России, а также для тех, кто потерял сына во время проведения специальной военной операции. Кроме того, бойцы, которые не были зарегистрированы в Рязанской области, но ушли на СВО именно отсюда, тоже теперь могут рассчитывать на меры соцподдержки. И сегодня же Павел Малков на территории завода «Русская кожа» обсудил с предпринимателями развитие легкой и текстильной промышленности региона в новых экономических условиях. Президент РСПП Александр Шохин, а также представители ведущих предприятий отрасли заявили о новом экономическом ориентире. По итогам прошлого года Рязанская область заняла 2-е место по росту промышленности в ЦФО. По словам губернатора Рязанской области, одна из приоритетных задач для региона сегодня – насыщение отрасли компетентными кадрами и создание мер поддержки для предприятий. Причем развитие легкой промышленности не только один из важных рычагов развития области, но и всей страны. Так, например, на долю Рязанского кожевенного завода приходится порядка 35% всего производства кожи в России. В условиях импортозамещения эта цифра идет вверх. Спрос на отечественную продукцию легкой текстильной промышленности из-за санкционного давления на Россию растет. А это значит, что появляются новые перспективы для развития внутренней экономики, требующие мер поддержки. У нас действует около 160 предприятий в этой сфере. Все сейчас чувствуют себя вполне уверенно, несмотря на сложности. Этому в первую очередь способствует большой комплекс мер, принятых на федеральном уровне. Наши предприятия все очень активно ими пользуются. Ну и мы тоже со стороны области добавляем те меры, которые лежат в нашей сфере ответственности, компетенции. И вот этот комплекс, как раз когда и федеральные, и региональные меры поддержки действуют вместе, позволяет предприятиям себя так достаточно уверенно чувствовать и смотреть в будущее, реализовывать новые проекты по развитию. Стратегически важная задача для Легпрома – к 2035 году доля отечественной продукции должна достигнуть 50% на российском рынке. В марте этого года на съезде РСПП мы подписали 3-стороннее соглашение между РСПП, администрацией области и Рязанской областной ассоциацией экономического сотрудничества предприятий. Это региональное объединение работодателей,
сотрудничестве, о создании благоприятных условий и для инвестиций, и делового климата в целом. И сегодняшняя встреча – это один из пунктов реализации наших договоренностей на примере отрасли легкой текстильной промышленности. Сегодня многие предприятия пытаются, страны пытаются локализоваться на российском рынке. У нас много таких заявок, но сегодня уже стоит рассматривать эту ситуацию с точки зрения реальной конкретной кооперации. Не просто позволять им делать здесь любое предприятие, а предприятие, которое интересно, выгодно нам с точки зрения целого цикла, с точки зрения того, чтобы все-таки наши предприниматели здесь могли иметь предприятия и завершающие циклы с максимальной маржинальностью. По словам президента РСПП Александра Шохина, у Рязанской области есть огромный потенциал не только в промышленности, но и в других отраслях, таких как бизнес и инвестиции. Кристина Бочкарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня 35-летие со дня образования ОМОНа. Профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции. Первые отряды ОМОНа появились в стране еще в 1979 году перед летними Олимпийскими играми в Москве. Сегодня они есть в каждом российском регионе. В Рязани отряд был образован 31 марта 1993 года. Сегодня бойцы рязанского ОМОНа возложили цветы к могилам павших товарищей. Сотрудники ОМОНа на служебном посту, да и взрывотехники в полной боевой готовности. В одном из подразделений Росгвардии праздника и не чувствуется. Как в 35-ю годовщину образования ОМОН, так и в другие даты отряд отдыха не знает. Что такое отдых, я, например, не знаю, бойцы тоже не знают. Есть понятие, ну, небольшая реабилитация после служебной командировки, а сейчас их очень много. Вот, не буду говорить, какие, но поверьте, люди приезжают с одной командировки, просто нет времени отдыхать, у них идет как бы внутренняя подготовка к следующей командировке. Утро Александр Постолов посвятил молодым сотрудникам. Начали они с возложения цветов на аллее героев Новогражданского кладбища. Первыми цветы возлагают Владимиру Левину. Вместе с коллегой Александром Родионовым ребята погибли на Северном Кавказе в далеком 2003-м. Их автомобиль обстреляли представители вооруженных бандформирований. С момента образования отряда при исполнении служебного долга на Северном Кавказе погибли 6 бойцов. За 35 лет отряд изменился. Вооружение стало другим, другая подготовка, но цели остались те же. В этом году сотрудники ОМОН уже выполнили больше 300 служебных задач. Задержали больше 30 подозреваемых в совершении преступлений. За свою историю отряда сотрудники подразделения 347 раз награждались государственными наградами, в том числе орденом «За личное мужество» и орденом «Мужество». С начала 2022 года сотрудники отряда были удостоены порядка 40 государственных наград за выполнение служебных задач в ходе специальной военной операции. У меня сейчас одно пожелание. Всегда я, ну, помимо здоровья, успеха в службе, я сейчас всем желаю мирного неба над головой, спокойствия дома. Нам это сейчас всем необходимо. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» и «Край рыбы Камчатская». Выставка продажи теперь и у торгового центра «Круиз». В Рязанском микрорайоне Семчино открыл свои двери новый детский сад номер 39. Его начали строить в октябре прошлого года. Стоимость проекта – более 300 миллионов рублей. В торжественном открытии детского сада приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, министр образования региона Ольга Щетинкина, депутаты, педагоги, родители, а также будущие юные воспитанники дошкольного учреждения. Раз, два, три. Молодец, еще кусочек от себя. В год наставника и педагога для жителей микрорайона Семчино новый детский сад – долгожданный подарок. Ведь здание достаточно вместительное. Дошкольное учреждение рассчитано на 224 воспитанника. Обучать здесь планируют в том числе и с помощью инновационных технологий. У нас заключен договор о сетевом взаимодействии с Центром цифрового развития IT-Куб. И в детском саду существует компьютерный класс, в котором располагаются моноблоки, а также будут
будут осуществляться занятия по системному программированию и основам алгоритмики. Азы программирования и компьютерную грамотность будут преподавать воспитанникам старших групп. А вот лаборатория для детской исследовательской деятельности заинтересует воспитанников всех возрастов. Кстати, в учреждении современный подход не только к образованию, но и к безопасности. Детский сад оснащен видеонаблюдением, тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией и видеодомофоном. Гости из правительства поздравили коллектив учреждения с открытием. Мы сейчас прошлись по этому прекрасному детскому садику. Захотелось вернуться самому в детство, да, и поучиться в таком садике, потому что есть и мини-лаборатория, и прекрасный музыкальный класс, замечательный спортивный зал, и очень хорошие площадки вокруг. Вообще садик получился такой очень светлый, праздничный. Я уверен, что детям здесь будет очень здорово и комфортно. Новый детский сад будет работать в 5-дневном режиме с 12-часовым пребыванием воспитанников. В каждой секции групповое помещение, спальня, санитарная комната, раздевалка и буфетная. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». У школы номер 58 в Рязани оборудуют зону для занятий спортом за 32 миллиона рублей. Это футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута с беговой дорожкой и крытой трибуной. Посмотреть на ход строительства приехал депутат Госдумы Андрей Красов. Баскетбол, волейбол, беговые дорожки, футбольное поле, соответственно, будут трибуны расположены. А где этот воркаут? Это в перспективе. А пока что у школы 58 площадка только усыпана щебенкой, местами установлены бордюры. Работа по превращению пустыря в новую спортплощадку идет полным ходом. Даже в выходные, говорит подрядчик. Факот нужно сдать через полтора месяца, подгоняют депутаты. На территории Рязанской области нет таких школ с такими объектами. Это будет вот первый, можно сказать, пилотный объект. Факот – это физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Вот. И еще раз, несмотря на сложную как бы обстановку в стране, очень замечательно, что в стране реализуются такие проекты. О том, что 58-й школе нужен физкультурно-оздоровительный комплекс, заговорили в прошлом году. Учатся тут больше 1800 детей. На всех всего 280 метров спортзала. Хотелось бы, говорят, побольше. Теперь на пустыре появится футбольное поле 30 на 60 метров. Плюс волейбольное, баскетбольное. Все с искусственным покрытием. А на двух площадках для воркаута и вовсе будет покрытие из травмобезопасной плитки. В общем, на радость не только школьникам, но и жителям района. Вход обещают сделать открытым. Вслед за этим объектом будут реализованы и другие объекты, которые вошли в народную программу. Очень важно, что эти проекты реализуются на федеральном уровне, на региональном уровне, в том числе и на муниципальном уровне. Это, еще раз говорю, позволит ученикам школы, да, активнее заняться спортом и физической культурой. Но это не только для учеников. Эти площадки будут открыты для жителей, скажем так, домов, которые прилегают к этой школе. Помимо спортивных объектов, здесь появится освещение и озеленение. Задача – ускориться. Сдать объект нужно вовремя, говорит депутат Госдумы Андрей Красов. Дата окончания работ в паспорте объекта – 17 ноября. На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. Со 2 по 7 октября у входа в ТЦ «Круиз».